Здравствуйте, дорогие товарищи. Мы, активисты Ленинского комсомола, хотели бы вам рассказать и показать все невежество нашей городской власти, а именно застройку наших ворот, главного въезда в город. При въезде в город с левой стороны нас встречают набережная, Нагорный парк и большие буквы Барнаул. С правой же стороны речной вокзал и ЖК «Аквамарин». Собственно, рассказать мы бы вам хотели о застройке правой стороны. Судьба здания речного вокзала обсуждается с 2015 года и сегодня вступает в заключительную фазу. Стоит отметить, что в генеральном плане по развитию Барнаула до 2036 года здание речного вокзала присутствует. Однако речной вокзал и земельный участок вместе с ним 2 гектара планируют застроить. Здание речного вокзала планируется снести, а на его месте построить новый жилищный комплекс. Все бы ничего, но здание речного вокзала – это памятник советского модернизма 80-х годов, хоть и не закрепленный в перечне значимых культурных объектов города. Отдельного внимания заслуживает самая большая по размерам флорентийская мозаика в СССР – труд и природа Алтая, которая внутри украшает здание речного вокзала. Сейчас архитектурный ансамбль территории речного вокзала открывает панораму Барнаула, раскрывает его основные проспекты и улицы, как для гостей, так и для жителей Барнаула. Планируемое в проекте комплексное здание не менее 23 этажей просто обезличит город. Потому мы, граждане Барнаула, считаем, что, несомненно, здание речного вокзала и прилегающая к нему территория должны быть реконструированы или отреставрированы. Продолжено удлинение набережной с сохранением исторического облика этого места, память о котором хранится у многих жителей города. Вера Петровна, вы в курсе о планах нынешнего собственника здания речного вокзала, о том, что он собирается снести здание речного вокзала? Да, в курсе. Как вы к этому относитесь? Для меня это болезнь, это слезы, это не жизнь. Потому что речной вокзал – это гордость не только нашего Барнаула, но всего края. Я даже здесь написала стихи. Я так люблю речной вокзал. За что такие чувства у меня? А потому что есть причал, здесь мыслям добрым отдана. Просторы, просторы, речные, земные. Но чем вас измерить и как вас объять? Настолько красивы, неотразимы, силы даете и благодать. Любуюсь, а гляну выше, всюду облака и лица людей видны. Найдет здесь каждый непременно все то, зачем сюда пришел. А мне-то большего не надо, чем обрести доброту и покой. И так и жителям всего нашего города. Нам дорого это здание. Такого здания даже нет в городе Новосибирске. Я училась в Новосибирском институте. Даже там такого здания нет. Это же наша память, это наша гордость. Все здесь наше, это же история наша. Эту историю взять и уничтожить. Историю жизни этого делать нельзя. Все мы здесь находились, все мы здесь знакомились, любовались, и продолжалась наша хорошая, добрая жизнь. Но теперь этого нет.